Владимир Садович пишет о себе. Занимаюсь фотографией 3 года. Кроме фотографии, увлекаюсь мотоспортом, мототуризмом, рыбалкой. Активно путешествовать начал 10 лет назад. Побывал во многих странах на разных континентах. Но привезенные снимки не могли передать ни атмосферы, ни красоты тех мест. Разглядывая фото профессиональных фотографов, я понимал, к чему нужно стремиться. В 2010 году я закончил несколько курсов фотошколы. Результаты не замедлили сказаться на качестве снимков. Сам Владимир скромно говорит: «Не судите строго, я ведь только учусь». Это фотовыставка персональная ученика школы фотографии Владимира Садовича. Снимки, вошедшие в экспозицию, сделаны автором во время его мотопутешествия по Грузии осенью 2012 года. Посредством фотографии автор стремится показать красочный букет темперамента Грузии, который он ощутил сам. Хочет показать зрителю свое видение этой прекрасной страны. На вопрос любителя, стоит ли брать в горы фотоаппарат, профессионал даст однозначный ответ. Брать фотоаппарат в горы необходимо. Съемка горных пейзажей имеет свои особенности. Не вдаваясь в профессиональные тонкости, заметим лишь, что отправляться в горы, вооружившись мыльницей, будет, мягко говоря, неразумно, если вас интересует конечный результат. В противном случае, без предварительной подготовки вам не обойтись. Начиная от приобретения специальных фильтров, ведь в горах больше ультрафиолета, и заканчивая длинным списком многих навыков. Зато полученные снимки вас непременно порадуют. Ведь это совсем другой мир, и не запечатлеть его на пленке – преступление против человечества. Для тех, кто никогда не был в горах Грузии, на выставке Владимира Садовича этот мир предстает во всей своей красе. На выставке представлены в основном пейзажные снимки. Это горные вершины, бурные горные реки, загадочные степи, аутентичные деревни и города. Глядя на горы Владимира Садовича, невольно вспоминаешь строки Высоцкого. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Тот, кто уже побывал в Грузии, сможет сравнить свои впечатления с переживаниями автора выставки. А тот, кто еще там не бывал, сможет получить яркое представление об этой стране. Выставка для дончан открыта до конца июня этого года. Вход на выставку всегда свободный. Наталья Волошина, Александр Худалий, Первый муниципальный.